Нет, что ты здесь. Гордон, я смотрю, вы с костюмом прекрасно друг о друге заботитесь. О, они просто неразлучны. Данные! Главное, данные! Райдер, ты собираешься заняться синхронизацией спутника? Или нам отложить запуск, чтобы ты мог вздумать, наобниматься и наплакать? Что, мне нельзя поздороваться с Алекс и Гордоном? Правильно! Я тут работаю без передышки, пока вы устраиваете торжественный прием. Я только хотел сказать, ведь они могли. Не обращайте на него внимания. А теперь, дорогая, отдай мне диск с данными. Если я еще хоть немного задержусь, он будет припоминать мне до конца жизни. Держите, доктор Клейнер. Тут огромный объем данных. Что самое странное, пакет был прикреплен к сообщению Джудит. К сообщению? Джудит? Хочешь сказать, вы его не получили? Надо немедленно его посмотреть. Я расшифрую код. И мы посмотрим его из вспомогательного центра управления. Боже, скорее. Да-да, сию секунду. Очередная тревога? Почему мою работу все время прерывают? Алло, кто дежурный? Кто-нибудь? Целый день одна ложная тревога за другой. Проклятые вороны устроили гнезда прямо посреди рельсов. В этом шуме невозможно сосредоточиться. Фримен, тебе все равно нечем заняться. Сходи и посмотри, что на этот раз в шахте. Да. Гордон, если не возражаешь, проверь, что там такое. Нам всем будет спокойнее. Присоединяйся к нам, когда закончишь. Фримен! Двери заблокированы по тревоге, так что тебе придется идти по дну пусковой шахты. Я открою люк, через который ты спустишься вниз. Я предупрежу Урию, чтобы он впустил тебя во второй отсек. Внимание всему персоналу! Говорит доктор Магнусон. Поскольку сотрудники второго отсека шахты не в состоянии решить проблему с воронами собственными силами, мы поручили эту задачу небезызвестному доктору Фримену. Надеемся, он найдет решение. Тем временем я жду от персонала шахты объяснений по поводу того, почему они не могли сделать этого самостоятельно. За внимание. Магнусон велел мне пропустить тебя во второй отсек. Во второй отсек можно попасть отсюда. Фримен, боже мой, сколько можно возиться? Шум не дает мне сосредоточиться. Никогда еще не встречал столь наглых пернатых. Боже мой, это они! Они! Внимание, внимание! Говорит доктор Магнус! Прорваны внутренние линии обороны базы! Мы пытаемся уничтожить форму прорыва! Thank you.
Необходимо срочно изолировать отсек и остановить вторжение противника. Повторяю, прорыв во втором отсеке шахты. Тебе доверено изолировать отсек.